Привет всем! Сегодня буду торговать на безрисковых сделках. То есть в минус я по-любому сегодня не уйду. Я вот посмотрел, у нас доходность по британцу и фунту 92%. Она заканчивается через 21 минуту. Тем более мне вот скоро еще должны 30 сделок начислить. И у меня осталось 20 безрисковых сделок. И сейчас я хочу их максимально, не знаю, получить... Так, что я делаю? Активировать. А, вот, на повышение. Две поставили. Максимально использовать эти сделки. Смысла от них. Ну, много мне они, конечно же, не зарешают, но... Но деньги с них получить я смогу. Просто сейчас ставлю вот так вот от балды, просто заключая вот эти вот сделки, чтобы просто их использовать. Можно было бы, конечно же, использовать их по-умному. Но я говорю, с них нету никакой пользы мне, так как я ставлю крупные суммы. Полетели, быстро используем эти сделки. Потому что мне скоро должны начислить еще 30 сделок. 15. Ой, наверное, я их сегодня за все видео не смогу использовать. Отлично, у нас сделки заходят, закрываются. И мы чисто в прибыли. Очень, конечно, классно, что в Олимпе есть такая фишка, что можно вот эти вот сделки все. О, я одну заключил. Блин, я, походу, уже запутался и две заключил. Обычные, да? Возврат. Так, давайте посмотрим. Да, я все безрисковые сделки заключил. А, все нормально, потому что я думаю, почему у меня баланс списывается с деньги с баланса. Так, полетели дальше. Так, безрисковые же заключаю, да, все верно. А, сумма все равно списывается, да? Она просто будет в случае неудачи возвращаться. Все, я понял. Так, идет идет нисходящий у нас тренд, да? Но здесь уже поздно заключать на понижение. Можем здесь словить разворот. О, не успел, но ничего страшного. А, да, нам просто возвращается сумма. Все, я понял. Давно хотел их использовать и решил использовать их на видео. Так. Так, вот здесь мы можем словить просадку и немного вот график, если подымется, будет отлично все. Так, все сделки использовал. Активируем теперь на 2000 рублей. Все-таки идет понижение, блин. Давай, заходи.
Все отлично, одна зашла. Не зашла. Так, осталось две сделки. Так, пока мы заработали, сколько мы заработали уже денег? Ни хрена пока мы не заработали. А, ну вот эти сделки нам вернутся. Так, будем идти по тренду сейчас. Вот здесь попробуем. Только начался тренд, пошло уже повышение. Ай, плохо использовал я эти безрисковые сделки, но ничего страшного. Ну давай, давай, зайди. Отлично, зашла. Шикарно. Итак, мы уже в плюсе. Так, давайте пока идут эти сделки, я вам покажу. Вот, видите, мне еще вот оборот у меня уже в 3 миллиона. Так, вот, я на четвертом уровне. То есть, мне начислят сделок на 55 тысяч рублей. Вы представляете, на 1000 долларов мне практически начислят безрисковых сделок. Вот такая вот фишка у Олимпа. 20 сделок по 1000, 10 сделок по 3 и одна сделка аж на 5 косарей. И здесь все шикарно, по тренду у нас заходят сделки. И посмотрим, сколько получилось заработать. У меня было безрисковых сделок на 30 тысяч рублей. Мы уже в плюсе на 100 долларов. То есть просто, если их максимально, конечно же, рационально использовать, уже в плюсе на 6 тысяч рублей, на 10 тысяч рублей. То есть у меня было сделок на 30 тысяч, с них я получил 10 тысяч прибыли. То есть 10 тысяч просто вам даются на халяву. Вот такая вот фишка есть только у Олимпа. И плюс, я ее использовал тоже рационально, потому что я торговал на 92%. Как раз увидел, что осталось там у меня 20 минут и решил вот так вот вам показать. Сделки начисляются... Вот, через 8 дней, да, в начале каждого месяца, в понедельник или там, когда они начисляются, где-то здесь было написано. А, вот, я получу 1.09, я получу на 55 тысяч. Вот такая вот фишка с Олимпом, то есть просто так я сейчас без рисков, абсолютно без рисков заработал 10 тысяч рублей. Вот такое вот получилось видео. Так что всем советую? VIP-счет, конечно же. Но перед тем, как заводить VIP-счет, конечно же, нужно потренироваться. Я доволен, что я рискнул и не пожалел. И начал уже нормально зарабатывать. Вот такая вот получилась торговля. С вами был Рэпер Трейдер. Всем удачной торговли. Поддержите это видео лайками. Всем пока.